Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о чае. Как чай, такой вот напиток, может влиять на жизнь человека, на его достаток, а также менять его жизнь кардинально. Далее, друзья, все более подробно. Каждый день каждый из нас пьет, как правило, чай, принимая это за обыденное дело и не задумывается, что в этот момент он осуществляет ритуал и отправляет посыл, который напрямую зависит от тех мыслей, которые наполняют голову в данный момент. Поэтому часто люди сами притягивают к себе неприятности, даже не подозревая об этом. Ведь если пить чай и думать о том, что нет денег, их обязательно не будет, ведь это посыл, который вы отправляете. И если пить чай и думать о том, что в семье все не ладится, не получается найти между собой общий язык, что проблемы и неприятности сопровождают вас на каждом шагу, и это обязательно вы притянете в свою жизнь, ведь вы от души в этот момент этого желаете, а расслабившись, отправляете посыл и получаете взамен все то, что вы хотели. Бывает и наоборот, что человек сам избавляет себя от различного рода проблем и притягивает деньги в свою жизнь. Так, например, вы пьете чай и думаете о том, как решить денежные проблемы и как с ними справиться. Выход приходит, и вы добавляете: так все обязательно у меня и будет, и все получится. А совсем я справлюсь, деньги придут. Проходит немножечко времени, жизнь начинает меняться в лучшую сторону. Проблемы уходят, а приятные моменты начинают наполнять ее. С чаем связаны многие легенды и различные поверья. О магических и энергетических свойствах чая известно еще с давних времен. Ведь неспроста были чайные церемонии, в момент которых происходило то, о чем желали те, которые в них участвовали. Неспроста люди перед заключением важных сделок пили чай, ведь это помогало сделать так, чтобы все прошло действительно благополучно. Она была прибыльной и перспективной. Неспроста его и пьют за столом в кругу семьи, так как это помогает притянуть в дом счастье, любовь, уважение и взаимопонимание, делает семью крепкой и дружной. Чай оказывает и благоприятное влияние на здоровье, помогает укрепить иммунитет, повысить тонус организма, оказать успокаивающий эффект. Он помогает энергетически перезагрузиться человеку и восстановить его энергетическое поле. Вы никогда, наверное, не задумывались, почему люди во время болезни пьют чай. В этот момент чай не только помогает очистить организм от вредных накоплений, токсичных веществ, но и оказывает оздоровительное влияние на организм человека, притягивая к нему в этот момент все нужные для данного человека энергии, которые способны помочь ему быстро справиться с данными проблемами. Также, если вы проанализируете свое состояние после того, как вы выпиваете чай, то вы увидите, что в этот момент вы начинаете наполняться бодростью, улучшается ваше физическое и эмоциональное самочувствие. А все потому, что вместе с чаем ваш организм попадает в сильные положительные энергии, которые делают вас намного сильнее. Чай заряжает силами, делает человека уверенным в себе, и в этот момент к нему притягивается удача, так как она любит целеустремленных и уверенных людей. Если вы хотите жить счастливой, благополучной и полной изобилия жизнью, вам нужно обязательно правильно относиться к чаю, заваривать его не спеша, думая в этот момент только о чем-то хорошем, и ни в коем случае, когда вы злитесь, испытываете гнев, не стоит его заваривать. Для начала нужно успокоиться, а только потом этим заниматься, иначе вы можете наполнить свою жизнь различными неприятностями и ненужными проблемами. А если такой чай передадите еще и кому-то из близких людей, то и в его жизнь притянете ненужные моменты и события. С помощью чая, окуривая свое жилье, можно наполнить его различными энергиями. Так, например, если поджечь 3 щепоточки белого чая и окурить ним дом, то его можно наполнить покоем, убрать любые страхи, неприятные ощущения, улучшить сон, эмоциональное состояние. Также, когда вы будете окуривать, нужно проговаривать такие слова: «Чай по дому благовоние распространяет, покоем сердца всех, кто в данном доме живет, наполняет, биополе укрепляет, сон улучшает». Окуривая, поводите ним и над подушками, которые есть в вашем доме.
Результат произойдет все ваши ожидания. Если окурите ваш дом тремя щепоточками черного чая, то притянете в него успех, удачу, благополучие, здоровье. А когда будете окуривать дом, проговорите при этом такие слова. Чай силой энергетической обладает, ее сейчас по дому распространяет. Все, о чем мечтаю, привлекает, и те помыслы, которые излучаю, приумножает. Здоровье, успех, удачу, благополучие с этого момента и навсегда в доме у меня. Очень скоро это все придет в ваш дом и положительно скажется на жизни всех членов семьи. Если вы окурите свой дом тремя щепоточками красного чая, многие его знают под названием каркаде, то ваш дом придет любовь, счастье, взаимопонимание, уважение, также сделает семью еще более крепкой. А когда вы будете окуривать дом, нужно будет проговаривать такие слова. Моя семья крепка и дружна, как никогда. Любовь в нашей жизни наполняет, все хорошее данный чай вокруг нас приумножает. Только счастьем дом наполняет, ничего негативного в него не поступает. Обязательно окурите стол, сделайте вокруг него три круга по часовой стрелке. Если вы окурите дом тремя щепоточками зеленого чая, вы сможете его защитить от негативных энергий, зла, зависти, ненависти. Когда будете окуривать, нужно сделать по нему три круга по часовой стрелке. При этом на каждый круг проговаривать такие слова. Я свой дом от зла со стороны защищаю, ему в дом прийти не позволяю. Энергия чая мне в этом помогает, блокировку для негативных энергий по дому распространяет. Это поможет вам установить защиту. Если в черный чай вы добавите еще 7 цветочков лаванды и окурите свой дом, это действие сможет защитить вас от порчи. Когда будете окуривать, нужно проговаривать такие слова. Я сильные посылы энергетические ко Вселенной отправляю. Помощь в защите от порчи ожидаю, чтобы мне и моей семье эти посылы были не страшны, чтобы вред нам не принесли и в нашу жизнь неприятные коррективы не ввели. Когда закончите, несколько чаинок положите за порогом и сразу закройте дверь. Если в чай добавите 3 капли эфирного масла мяты, а также 3 листочка розмарина, вы сможете защититься от сглаза, проговорив при этом такие слова. Энергии сильные вокруг меня и дома этого. Все зло отбивает, посылы сглаза от меня и моего дома отгоняют. Закончив, несколько листочков киньте в кухонное окно. После проделанного действия сглаз вам будет точно не страшен. Если в вашей жизни происходит неприятная ситуация, либо же вам нужно принять правильное решение, а вы не знаете, как это сделать, нужно под подушку на ночь положить 3 щепотки вашего любимого чая, попросив его о том, чтобы он помог вам все правильно сделать и расправиться с возникшей ситуацией или же вопросом. А проснуться нужно будет уже утром и первым делом заварить чай из этих щепоточек чая, выпить его, смотря в окно, расслабившись. И когда вы будете заканчивать, перед последним глотком нужно будет проговаривать такие слова. Я чай пила, удовольствие получала, в этот момент сильные положительные энергии к себе привлекала, так как вдаль смотрела, счастье ощущала и посыл о просьбе ко Вселенной отправляла. И очень скоро нужный результат получу и жизнь свою, как нужно, мне разверну. Улыбнитесь и дальше идите заниматься своими обыденными делами. Не думайте над вопросом, решение придет само собой. В течение 3 дней после проделанного ритуала к вам придет решение. Вы должны так и поступить. Результат будет даже лучше, чем вы ожидаете. Когда у вас все получится хорошо, поблагодарите обязательно Вселенную о помощи. Если в семье происходят постоянные размолвки, то тогда нужно заваривать на протяжении 3 дней в одно и то же время чай в одной емкости, а затем разливать его по 2 чашкам ровно по половинке. Первый день это должен быть черный чай с корицей, во второй день это зеленый чай с мятой. Третий день это может быть либо черный чай вновь, либо белый, но обязательно с лимоном. Каждый раз перед тем, как подавать его на стол, вам нужно проговаривать такие слова.
чайный ритуал провожу, наши отношения восстанавливаю, прочь обиды и недопонимания отгоняю, и место в нашей жизни не оставляю, любовь привлекаю, счастьем нас окружаю, с каждой следующей чашкой чая это все приумножаю. Заварку обязательно выносите на улицу и выбрасывайте в том месте, где не ходят люди, чтобы по ней не топтались, иначе нарушится энергетический баланс, и если на него станет человек, который излучает негатив, вы это все притянете к себе, чем внесете еще больше недопонимания в свои отношения со второй половинкой. К чаю нужно относиться с большим уважением. Нельзя его перекидывать, небрежно подавать гостям, преподносить тем, кому вы относитесь без уважения. Если такой человек посетил ваш дом, не предлагайте ему чай. Также нельзя не допивать чай, так как во время чаепития вы принимаете все сильные энергии, которые он вам дает, а оставляя его недопитым, вы целенаправленно отказываетесь от его помощи, показывая, что вам это уже не нужно. Поэтому не стоит удивляться, что в таком случае на вас могут посыпаться разные неприятности, неудачи и проблемы. Поэтому, если вы чувствуете, что не можете выпить большую чашку чая, сделайте себе маленькую, но возьмите за правило, чтобы не рисковать, всегда его допивать, так как вы и энергии нужные притянете, и обязательно несчастье обойдете стороной. А если из вашей чашки допьет чай тот, кто вам завидует, то знайте, что он таким действием отберет у вас все то, что хотел бы иметь в своей жизни, и вы не сможете, к сожалению, это вернуть. Используйте, друзья, эти знания себе во благо. С вами, как всегда, был канал Код Изобилия. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Обязательно ставьте лайк этому видео. У нас, друзья, еще много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.